Болезни кровообращения, так же как онкология, это проблема номер один во всех странах, не только в России. Естественно, что больных таких достаточно много. Вот как раз задача специалистов, чтобы подобрать каждому больному ту индивидуально самую лучшую для него операцию. Вот так круг их расширяется. В среднем операция длится 2-2,5 часа. Ее эффективность достаточно высока. Применяется она только в том случае, когда другие способы лечения не помогают. Суть этой операции заключается в том, что очаги патологической активности, которые дают неправильный ритм в сердце, изолируются в сердце с помощью специальных электродов. Фактически операция проходит под общим наркозом, делаются небольшие проколы в грудной клетке, скажем, с обеих сторон, выделяется участок сердца, который отвечает за модулирование вот этих очагов. И специальными электродами радиочастотно выполняется абляция данных участков, и они не могут проникнуть уже непосредственно в само сердце и вызывать неправильный ритм. В России такие операции делаются довольно редко. Для этого необходимо дорогостоящее оборудование и высокая подготовка специалистов. Этим больным специально государство выделяет квоты, и лечение вот эти, оно очень дорогостоящее на самом деле. Но для больных это бесплатно. Для них государство оплачивает это инструменты, расходные материалы. Хирурги овладели мастерством это, и эти операции уже будут делать самостоятельно. Вячеслав Шершов, Вадим Юмадилов, городской телеканал ЮТВ.